очень много призов и подарков. Вы хотите этого, дети? Такого веселого праздника, подаренного детям, в столице не было уже очень давно. Такого мнения остались родители, которые привели своих малышей на открытие проекта «Дружный двор». Сотни волонтеров проводили различные эстафеты с детьми, в то время как актеры и клоуны показывали праздничное представление. Друзья мои, завтра веселиться будем! Не слышу, веселиться будем! Мы из Афганки, вы из Афганки! Улаим Минбаева 2 года назад переехала из Джалалабада в Бишкек. Сегодня она работает в Новопавловской школе учителем начальных классов. Женщина рассказывает, что как только она узнала про акцию, то сразу решила отвезти своих детей на праздник. Спасибо нам, это дети, мы радуемся сейчас все. Как солнце улыбается, дети тоже улыбаются. Спасибо вам. Огромную радость как детям, так и взрослым принесло сладкое мороженое, которое волонтеры раздавали бесплатно. Своим же мастерством горожан поразили столичные спортсмены, исполняющие сложнейшие спортивные кульминации. Постоянно, чтобы такие же были, вот такой розыгрыш и концерты, чтобы детям тоже хорошо было. Мы с классом пришли, мы очень довольны. А что понравилось конкретно? Мороженое раздавали, там всякие артисты, там гири поднимали. Еще конкурсы были, я в них участвовала. Арты парад, а да журтун кургами. Киндер были, кульго бизинелькуны. Биз были биз, а да журту кульзарга. Биз балаус, а да журту нертенги. Теперь веселый коллектив проекта «Дружный двор» каждый день будет радовать детей в 4 районах столицы. По словам одного из организаторов, Алмаза Кененбаева, до августа месяца волонтеры объедут 80 столичных дворов с одной целью – обеспечить веселый досуг детей и сплотить соседей во дворах. «Дружный двор» – это дружный город. И тем самым мы хотим сплотить соседей, и чтобы вот в целом двор в нашем городе – это основа города. Если ты выходишь во двор, и тебе приятно выходить во двор, зная тем, что твой ребенок занимается чем-то полезным, и открытое настроение открывается у людей, зная, что вот соседи дружные, да, и свой ребенок чем-то занимается. Депутат также подчеркнул, что по итогам мероприятия будут отмечены самые активные и сплоченные дворы Бишкека, которые будут награждены памятными призами. Все затраты по организации взяли на себя депутаты фракции СДПК. Мэрия же обеспечит безопасность и некоторые нюансы организации. Бишкек! Ура! И еще веселее! Бишкек! Окей! Для Бишкека это первый крупный проект такой направленности. Пока он пилотный. Но со слов организаторов, в будущем может быть реализован и в других городах республики. А со временем, возможно, перерастет в веселую традицию.